пацаны, какую машину для качелки выбрать? Делайте выводы сами. То ли вы поднимать будете руками на прицепы грузить, то ли гидроборд поднял, вы взяли тележечкой маленькой, развернули, покатили на переднюю сторону. И так все время. Две тележки внизу работают или одна внизу, одна наверху. Для пчеловода очень важно. Работа и так у нас на солнце, на жаре. Еще важно беречь свои силы. Потому что днем, вот смотрите, я сегодня косил траву, таскали все это дело, холодильник, телевизор надо было на качевку вывести, помочь целый день на жаре. Короче, приехал вареный, полтора часа, сколько я поспал, полтора часа. И сейчас мне вручную пришлось бы даже вдвоем поднимать это все на прицепы, тянуть, увязывать. Ну это гемор. Я приехал, лег спать, у меня Светланка, он с Андреем. Все увязали, все, что нужно, сделали, все манипуляции, это уже как бы отработано. Скреп пятерочка свое дело делает. Сетчатое до, если видно, да? Вот, это отводки Василия Николаевича Ничика, уже в двух корпусах. И так подложим. Можно поднимать и по наверх, стопкой большой, но сейчас жарко ночью, я боюсь, чтобы не запарить. Ну, сейчас посмотрим, может быть, за одной фоткой заберем, да? Надо будет рулетку. Сейчас я вымерю точно, сколько ставим. Пасека, конечно, все это кара, скорее всего, погрузчик. Ну, у нас пасека небольшая, тележки выполняют свою работу на 5 минут. Еще раз повторяюсь, вы сами для себя решаете, но машина с гидробортом для пчеловода – это помощь огромная. Поэтому, когда у меня был Volkswagen Т5, я мучился, приходилось поднимать. Сейчас выполняет работу электричество. Немцы. Дробовик для людей. Одним движением руки. Тачечка. Андрюша. А привези три семьи с сетчатым с крышей, с сетчатой, мы их будем наверх брать. Мы на одной костке заберем 50 штук. Угу. Друзья, сейчас я это забираю, опускаю и сразу три штуки сюда. Сверху перевозим, сейчас жарко, с сетчатым дном снизу и сетчатой крышей сверху. Она же у меня для перевозки медовых корпусов, кто видел, смотрите видео, это для того, чтобы воровка не попадала в корпуса. Очень важно, сейчас жара, сейчас ночью до 20 градусов тепла, держится температура, не запарить пчел. Это для новичков опытные об этом знают, кто сталкивался, конечно, это горький опыт.
но сетка, конечно, она спасает. Она вентиляция идет, они горячие, воздух поднимают, они могут. Включи, пожалуйста, этот, я на виду. А, что... сейчас включи, ну, пожалуйста, так вот. Угу. Вот даже видно, как он там. Андрюш, вези. Оно направо. Как они интересны тут. Вот так. Смотри, она подходит. Угу. Вот. Сильно-сильно переводит таким образом. Вот так вот можно их спокойно довести, не запарив. Слышь, там как они. А запах какой идет цвет? Угу. Слышишь, да, да. Приятный запах? Вот. Почему я пацаны вам столько раз рассказывал, и начинающим вот этот запах, он покорил многих пчеловодов, многие сердца людей. Запах пчелиного беспокойства, он своеобразный. И целое лето, кто держит пчелу, надышится возле этих ульев, этим запахом. Чистый воздух, как говорят мне вот пчеловоды опытные, уже в возрасте. Говорят, Саша, мы приезжаем домой, когда мы на кочевке, совсем другой воздух. Совсем другой воздух. В общем, это должно быть в сердце. Это должно быть в сердце. Кем бы там ни был, как бы там вы меня ни называли, барыга и все остальное, но пчелы это в сердце, оно никуда не девается. Выгодно оно, невыгодно, там можете плакать в ютубе, там жаловаться на жизнь, на свою. Это ваша жизнь, на нее жалуйтесь. Мне, допустим, пчелы устраивают. Это одна из ячейки дохода моей семьи. Андрюш, подъезжай, не переживай. Андрюшка, давай, иди. Не переживай, чтобы меня не сбил. Угу. Мысли, чтобы не сбил, да? Профиль буренся скопил. Да. Пацаны, что я хочу сказать. В конце, как на любой машине, газелька там, более кидается потяжелее. Пуля. Ну, чтобы на задний мост больше нагрузка была, чем на передок. Легче управление, во-первых. Ну и не так сбивается передняя амортизация лыжи. Там у нас в Мерседесах стоит. Вот. Сейчас Андрей подвозит. Так. Андрей Сергеевич, везите, пожалуйста. Вези, вези. Я поднимаю, я вам потом пальчик. Потом крышу и все остальное. Чик. Сейчас он там. А Андрюша снимет. Поднимет к нему. Угу. Погрузка одно удовольствие. Вот просто. За один раз на такой машине по два корпуса рота можно забрать где-то до 70 ульев. За один, за одну корпус. То есть две ходки плюс еще прицеп. Мы привезли пасеку 150 семей. То есть это две ночи. В спокойном темпе. Так, сейчас Андрей еще одну привезет. Угу. И все, и закидываем эти крыши. Угу. Матрасы соберу. Угу. Вот. И погрузка как бы произошла, да? Инвентарь. И не устал бы еще. Инвентарь. Да? А, инвентарь обязательно ты приготовила, да, Сонушка? Сапоги мне, костюм, дымарик. Ящик. Вот этих, как их, гневушки обязательно у тебя. Лучше яйца съесть. Ну, не яйца. Я понял. Картон подъезд, да. Угу. Вот.
Ну, кочевка — это как бы особое такое событие. Мероприятие, событие, да. Кто кочует, тот меня поймет, ребята. Вы все знаете, как это происходит, особенно если коллектив, и хороший коллектив. Вот. Андрей Сергеевич, видите, вы не стесняйтесь. Вас уже весь YouTube знает, что вы у нас работаете помощником пчеловода. Но он же и сам пчеловод, у него своя пасека. Да, и своя пасека. Он красавчик. Опускайте. Так, и вот мы закончили грузиться, ребята. На дворе где-то 00:30. Угу. Плюс-минус примерно. Вот. Машина загружена. Ехать нам ровно почти 40 километров. Там 30 с хвостиком небольшим. И будем выгружаться. Угу. Вот. Процесс выгрузки снимать не будем, потому что надо быстренько все это разгрузить. Пооткрывать литочки. Потом наденем крыши. Вот, как бы так. Вверху здесь в машине есть такая вот... Ляда. Да, можно сказать, форточка, ляда, как кто-то назовет. Это для вентиляции. Мы ее оставляем открытой, так и будем ехать. Так, чтобы воздух заходил и было немножко оружения. Так, сейчас еще немножко небольшой скрам, ну, как обычно, пчеловодческий. И едем. Угу. Все, ребят, не прощаемся. Вы слышите эти крики? Это не медведи. Это Андрей открывает литки. Пасека загудела. Мы в темноте. Фонарик она даже подсвечивает. Что, Андрей, дают жару? Дают стране угля. А, блин! Ты вот так открыл нижний и все. Я днем поправлю там. Круглые не крути. Все, следующую. Все, 3 часа ночи, мы на месте.